Пятая глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его и истребит его, и деревья его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит Ефа, и сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы, и сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и вот увидел, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они Ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.